Эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего и, как следствие, новые ковидные ограничения. С 22 ноября проезд в транспорте стал для многих недоступен. Согласно постановлению, перед продажей билета кондуктор должен проверить наличие QR-кода вакцинированного, переболевшего COVID-19 или медотвода от прививки. Тем, кто не имеет ни первого, ни второго, ни третьего, придется сойти с транспорта. У нас посидели сегодня. Сделали прививки, но не получили. Ждем QR-код. Вот как нам быть? Сейчас ребенок, сейчас с тобой поеду. Ребенка обратно собирать. Ребенка не надо QR-код, да? Да. Я ее поставлю, скажу, везите ее, я сама пешком пойду. Так, троллейбусы или в автобус сегодня ездили? Нет, не ездила. QR-кода нету. Количество вакцинированных по республике составляет около 2 миллионов человек. Владельцы сертификатов о прививке особенных сложностей с проездом в этот день не заметили. Сегодня троллейбусы у вас код проверяли? Проверяли. Да. Да, проверяли. Нормально. Все хорошо. Ну, паспорт носить же надо. И сам распечатанный этот файл надо положить сейчас, чтобы он не промок. А в телефоне пока еще не научилась быстро делать. Государство не надо против делать. Государство развелел, надо сделать. Подчиняться надо, чтобы болезнь не распространять. Да, проверяли. Как? Ничего, вроде нормально, у меня ездик нормально. Код проверяли? Код? Нет. И в транспорте код проверяли? Нет. Не проверяли? Нет. В республике было закуплено 2582 смартфона с функцией сканирования QR-кода в транспорте. Многие альметьевцы отнеслись к кондукторам и водителям с пониманием, ведь именно им предстоит проверять наличие кода и высаживать пассажиров, у которых его нет. Проверяют контролеры. Но я им очень сочувствую, им очень тяжело работать. Многие спорят, доказывают что-то. Вот так. Поддержали это и в Министерстве транспорта, призвав сохранять спокойствие и не вступать в конфликт с работниками. Да, мы понимаем, что вводятся довольно жесткие ограничения с 22 числа. Но я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу. Они перевозят пассажиров. Все, что принято, они просто должны выполнять. Катерина Машенцева, Эльнур Залятов. Новости Юго-Востока.